Пробраться к ним очень трудно. Удыгейцы легко согласились помочь нам заснять охоту на медведя. Когда мы пришли на место, я быстро распланировал всю операцию. Мершин, я и Сунцай должны будут пойти вслед за медведем и выгнать его на ближайшую полянку. Наш ассистент понесет перезаряженную большую камеру. На освещенной со всех сторон площадке, где можно будет работать, Сунцай уколет медведя рогатиной. Рассвирепевший от боли зверь встанет на задние лапы и пойдет на нас. Вот тогда Сунцай и вступит с ним в единоборство. Однако, учуяв нас, медведь пустился на утек. Сунцай рванулся вперед, взмахнул длинной рогатиной и сильно кольнул медведя в зад. Раненый зверь, доведенный нашим преследованием и уколом до бешенства, взревел, встал на дыбы и пошел на Сунцая, ожидавшего его с выставленной вперед рогатиной. Огромный зверь во весь свой богатырский рост наступал на маленького человека, причинившего ему боль. В этот момент Сунцай спружинил и вонзил рогатину в медвежью грудь. Дикий рев потряс воздух. Удыгейцы знают случаи, когда медведю удавалось выбить рогатину из рук охотника. Рогатина взлетала в небо выше деревьев, а он бросался на человека. К счастью, нам повезло. Растерзанный, бессильный, но еще живой гигант лежал перед нами и стонал, словно человек. –